Всем доброе утро, я сейчас нахожусь в Зинькове. У меня сегодня автобусный тур по местным достопримечательностям Хмельницкой области. Я увидела объявление, в общем, что проводится такая экскурсия, и решила поехать. Начали мы с Зинькова, ехали мы сюда из Хмельницкого на автобусе час целый, и потом мы перебазируемся в Малиевце, потому что там находится очень древний дворец. Сейчас я вам покажу некоторые достопримечательности, которые остались в Зинькове. Ну и расскажу, что запомнила со слов экскурсовода. Так, это у нас, наверное, крепость. Это все, что осталось от древней крепости. Сейчас вам покажу немножечко. И буду спускаться вниз. Здесь тоже вот есть некоторые развалы. И хочу вам показать немножечко Зинькова с высоты крепости. Короче, тропинка очень узкая, поэтому нужно, наверное, смотреть под ноги, а не записывать видео постоянно. Вот такое заброшенное место. Это вроде бы остались разные подземные ходы, сохранились еще немножко до нашего времени. Че, ребят, буду выбираться отсюда, потому что группа уже ушла вперед вся. Хочу, чтобы вы немножечко послушали, как хорошо птицы поют, петухи. В общем, а я немножко помолчу. Красота, правда? Только здесь, кстати, очень много росы. Мне кажется, что я уже промочила ноги, Даша. Вот такой у нас Зиньков в Хмельницкой области. Кстати, есть такое ограждение. Не знаю, то ли это какое-то старое ограждение осталось еще от былых времен, то ли просто. Возможно, это памятник архитектуры. Надо будет потом поискать. При всей моей нелюбви к автобусным турам, так, вроде бы вы меня видите, я рада, что я согласилась на эту экскурсию. Сейчас покажу вам очень интересный домик, который я обнаружила. Я думаю, что он еще относится к старым постройкам Зинькова. Посмотрите, какая красота. А это дом с другой стороны. Вот если я не путаю, то в памятниках архитектуры он значится как хозяйственный домик, господарский будиночек. Здесь очень старые, такие древние деревья растут. Люблю природу. Да. Еще яблони уже зацвели. Посмотрите, какая красота за мной, вот эти колонны. Я даже здесь сейчас сфотографировалась. Ну и домик очень много раз нафотографировала. Так, кажется, наши туристы уже потихонечку собираются в автобус, и мне пора, потому что я всегда прихожу самое-самое последнее в автобус. Едем дальше. Очень грязно. Нам экскурсовод сказал, что там есть какой-то источник возле этой ивы, а иве около 500 лет. Сейчас пришли к Малиевецкому водопаду, и вот хочу вам его показать. Это
фонтан Лев, памятник архитектуры. А вот это вот дворец Орловского. Так, ходи сюда. Я сейчас нахожусь внутри водонапорной башни. Она, конечно же, нуждается в реставрации, но вообще неплохо сохранилась, если бы не варварство и росписи разнообразные. Сейчас буду идти к главной усадьбе, к дворцу, и постараюсь сделать там те фотографии, ради которых я сюда и приехала. Наверное, это та самая сирень, французская сирень, о которой нам говорил экскурсовод. Она внизу возле дворца еще не распустилась, но в графском саду, кажется, мне повезло найти несколько веточек. А вот это еще старые ворота, которые остались от усадьбы, от былых времен. А я сейчас продвигаюсь в сторону той аллеи, о которой нам говорил экскурсовод. Очень старые там деревья. Забыла, как на русском называются, на украинском это модрины. Так, я вспомнила, модрины — это лиственницы. Сейчас вам буду показывать лиственницу. Это еще одно достаточно старое строение. Так, по картинке, я, кстати, читала перед поездкой про эту усадьбу, это тоже памятник архитектуры. Посмотрите, тоже очень-очень старые деревья в возрасте. Все-таки усадьба в Малицах очень красивая. Ребят, на этом наше путешествие в Малиице уже подходит к своему завершению. Будем ехать обратно в Хмельницкий. Надеюсь, вам сегодня было интересно.